Ну вот, окаменевшее дерево. Каменное дерево. Ручки нашел. Как видим, структуру хорошо видно. То есть это у нас действительно кусочек окаменевшего дерева. Нашел я его. Собственно, странного тут особо ничего нету. За исключением того, что нашел его где-то в километре от своего дома. Обычно окаменевшие деревья я ездил собирать по всему округу за десятки километров от дома. А тут сегодня бродил по ручью возле дома и вот нашел, оказывается, у нас тоже такие присутствуют. Глобальная катастрофа была в Приморском крае. Очень большие площади были задействованы. А до этого камушка, это широты эти окаменевшие. Сначала вот этот черный. Вот я тоже. Потом вот эти вот. Ну, у них хорошо видны признаки. То, что это дерево. Но я уже находил дерева очень много, поэтому спутать очень трудно. Тоже. Говорю, уникальность только в том, этих кусочков, что они найдены возле дома, недалеко. Ну и эти у нас прозрачные, как их, блин, агатовые, не агатовые, всякие разные. Непрозрачные, мутные, это то, что с поверхности у нас шероховато. Видать, шуркость долго. Ну и этот, это вообще... Не знаю, насколько он качественный. Но такой я еще не находил ни разу. Он просвечивается насквозь. Солнце его просвечивает. Ну как он по качеству, хрен его знает. Ну, короче. Таких я еще не находил здесь.